Приднестровье призывает Молдову отказаться от давления и сесть за стол переговоров. Об этом много говорили сегодня на Большом съезде депутатов. Тем временем в самой Молдове чтят тех, кто воевал против Приднестровья в начале 90-х. Неделя памяти и благодарности комбатантам, ветеранам войны в Приднестровье. Такую акцию в школах Молдовы запустило местное министерство образования в канун Черного Мерсишора. Детям рассказывают, что произошло в начале марта 92-го и как началась война на Днестре, по версии Кишинева. В Дубосарах в ночь с 1 на 2 марта звучали выстрелы. Все началось с звонка в дежурную часть. Дескать, в общежитии швейной фабрики драка. На место выехали наши милиционеры. Дальше засада. Неизвестные открыли огонь. Это была провокация полицейских Молдовы. Начальника милиции Игоря Сипченко смертельно ранили. Стрелявшие спрятались в дубосарском отделе полиции. Тогда в городе было силовое двоевластие. Гвардейцы и казаки штурмовали здание. Молдавские полицейские сдались сразу. Выходили и сдавали оружие. Но без выстрелов не обошлось. С крыши здания открыли огонь. Одна из пуль оказалась смертельной для казака Михаила Зубкова. Ему было всего 18 лет. После Дубосар были кочееры, дальше бендеры, атаки, обстрелы, разрушенные дома. Но главное – гибли люди. Все это трагическая часть истории Приднестровья. В Кишиневе так никто и не ответил за убийство. Войне в Приднестровье не дали юридической оценки. Сейчас Молдова переписывает историю и чтит комбатантов, тех, кто воевал против наших людей.